Всем привет! С вами Ирина. А в этом видео хочу показать вам свою орхидею деленку, как я ее изначально назвала. Вот наш верх, верхушечка, и вот наш низ. Я вам недавно показывала низ, что росло что-то такое еще непонятное, да? То сейчас уже четко видно, что это деточка. Один листик у нас уже такой хороший, сформировавшийся, а второй вот рядышком только-только растет. Далее у нас еще есть одна деточка под листиком. Такая вот интересная, у нее такой листик интересный боковой, словно два листика срослось вместе. И вот там вот виднеется еще одна деточка, вот она. Здесь вот, кстати, немножко видно, я не хочу сильно тревожить корешки. Ну вот там вот сидит еще одна деточка у нас. Я думаю, что света ей здесь достаточно между корешками. Если она уже там выросла, она сюда точно пробьется. Так что вот спустя год, может даже чуть-чуть еще больше, чем год, наконец-то у нас какой-то сдвиг. Очень многие девочки делили свои растения вместе со мной и показывают мне уже свои детки, уже такие хорошие подросточки. Вот, а моя такая вот врединка, не хотела ни в какую. Зато корней мы нарастили, что вверх, что вниз. Я вам показывала верхушечку тоже относительно недавно. Корней у нас много, толку мало. Цвести мы не хотим, мы напрочь отказываемся. Низ хотя бы дал деток уже какой-то результат. И я, кстати, где-то на каком-то ресурсе недавно наткнулась и прочитала о том, что растения, орхидеи, которым больше 7 лет, они напрочь отказываются цвести. Очень интересное мнение, конечно. Я еще с таким не сталкивалась, но всякое может быть. Возможно, это орхидеи уже намного больше, чем 7 лет. Вот. Ну, будем надеяться, что наши детки подрастут и порадуют нас цветением. И я наконец-то все-таки увижу, как цветет эта орхидейка. Так что вот такая вот орхидеюшка, которую я разделила. И вот что у нас сейчас на сегодняшний момент. Низ у нас дал 3 деточки, а верхушечка стоит без изменений. Ну, все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.